بسم الله الرحمن الرحيم. Удивляюсь людям, которые так часто произносят слова логика и логичность, но при этом считают, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил после себя для своей уммы священный Коран и Сунну, и наряду с этим утверждают, что те люди, которые собрали после его светлости Сунну и хадисы и сожгли эти хадисы, а потом на целых 2 века запретили записывание и рассказ этих хадисов, поступили правильно. Логика, логичность. Будьте добры, ответьте на один простой вопрос. Кто был умнее, мудрее и дальновиднее? Тот человек, который сказал: «Я оставляю для вас мою сунну», или тот человек, который решил, что эта сунна не нужна, ее нужно уничтожить и запретить?